Здравствуйте, в эфире программа «Открытый диалог». Спектакль как инструмент создания гармоничной и счастливой жизни для взрослых, и он же как инструмент развития для детей. Такую задачу ставит перед собой театр «Ять», и сегодня у нас его основатели, режиссер-постановщик, сценарист и актер Олег Гусев и актриса, режиссер и педагог Рина Гребенкова. Здравствуйте, друзья, большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, в общем-то, один вопрос к вам будет обоим. Вот посмотреть, проследить вашу творческую биографию до того, как создан был театр «Ять», можно сделать вывод, что, в общем-то, вы были при деле, вы были в работе и работали в различных театральных коллективах очень активно и долгие годы. Зачем вам нужно было вот это вот свое театральное дело? Почему решили его начать? Ну, мне кажется, это внутренний зов, который звал давно, можно сказать, со студенческой скамьи, когда мы, будучи студентами, мы учились на одном курсе в одном институте Юрия Михайловича Авшарова в Славянском институте. Да. Учились. И там мы уже сделали спектакль на двоих, который назывался «Маргарита» по роману мастера Маргарита Булгакова. Спектакль был в то время очень скандально у нас на курсе. Педагоги на нас кричали, что так нельзя играть, что это не театр, потому что я, допустим, играл Маргариту в какой-то сцене. Ну, мы постоянно менялись. Она играла Азазела. В общем, был спектакль на уровне клоунады. Ну, клоунада не в смысле смешно, а в смысле образности. Гротеск, да. И вот эта вот тяга к чему-то, к своему, оно потом мы выпустились и вынуждены были играть в разных театрах, работать в разных спектаклях, но что-то свое постоянно нас подмывало сделать. Вам было некомфортно все-таки? Нам этого было мало. Этого было мало, потому что когда артистом играешь в спектакле, очень мало спектаклей, ну вот я как актер, очень мало таких работ, внутри которых существуешь как актер, и ты свободен, и ты совсем согласен, и ты просто играешь и получаешь от этого удовольствие. К сожалению, у меня такого опыта очень мало. И как появилась такая возможность, и просто сложились все пути, и я даже не помню, с чего это началось. Рит, вы помните, с чего началось? Мне кажется, это началось как раз с обучения в институте, потому что мы учились у грандиозного совершенно педагога и мастера Юрия Михайловича Авшарова, который отдавал все на служение студентам, и он отменял съемки свои, он приходил к нам, и он вкладывал в нас душу. И он всегда говорил: работайте. Нет работы в театре, делайте свое, делайте. И вот мы как-то подхватили эту волну, и он заразил, мне кажется, весь курс тогда. Вот этим словом «делайте». Делайте свое, да. Чтецкие программы, спектакли, что-то, сценки, зарисовки, и обязательно выручайте друг друга. И вот у нас курс был очень сплоченный, и мы в институте начали как раз вот делать спектакли свои. И после этого мы продолжили, когда работали уже в разных театрах, мы продолжили собираться, репетировать какие-то спектакли. Какие-то не вышли, какие-то вышли, но нам был важен процесс. Вот на этом этапе вам говорили, что вы не правы, помимо того вот спектакля про мастера и Маргариту, из «Мастера и Маргариты», а вот еще, когда вот вы начинали уже, было такое: ребят, вы не тем путем идете, какая свобода? Вы ощутили свободу, а, в общем-то, профессиональному сообществу, зрителям, может быть, даже не нравится. Но вы-то свободны, да. Но этого недостаточно. Ну, кстати говоря, педагоги-то потом приняли наш спектакль. Приняли все-таки. Они итоге, потом, да? Сказали: да, мы вас поругали, когда вы показали отрывочек, а теперь, да, мы видим, что вы не просто так, что вы действительно... Ну, то есть это не было пустышкой, которая вот форма ради формы, что мы какие-то искали смысл другие, да. И нам казалось, что это поиск важен. Но свободу вы все-таки ощутили оба, да, насколько я понимаю. Но я не поверю, когда свое дело начинаешь, и вот действительно окрыленный весь такой ходишь, там ведь другие сложности начинаются, да? Какие? Кто из вас сможет ответить? Ну, сложностей много, финансирование на что, шить декорации и так далее, да, и тому подобное. Все мы делаем своими руками до сих пор в театре, и костюмы, и декорации. Но когда спектакль создается сам с нуля,
когда любой самый маленький реквизит, там, эльфийские уши, допустим, сделан самим режиссером, то это, конечно, спектакль получается очень дорог сердцу. Конечно, трудно. Житейские проблемы, трудности и так далее. Кушать всем хочется. Но кто вам помог? Или вы все-таки все сами? Но был же какой-то, наверное, глоток свежего воздуха, вот, который вот сказал, я вас подхвачу и вот пойдем дальше вместе. Наверное, это были наши друзья, которые вот, во-первых, та команда, которая с нами работает над спектаклями, это актеры, которые работают за интерес только, потому что у нас нет финансирования, мы не можем достойно платить зарплату, у нас есть сбор с спектакля и все. И это люди, которые фанатично преданы делу, им интересно работать вот с Олегом, как с режиссером, и они за идею, за творчество, они приезжают, репетируют, делают. И, конечно, в самом начале это были наши друзья-кукольники из Московского областного театра кукол, которым очень... У них и руки хорошо работают, благодарны. Да? Они нас учили и вырезать кукол, и делать декорации, и расписывать, и так далее, и так далее, и так далее. Какое количество людей сегодня у вас работает в театре? Ну, у нас в театре, около 10, может быть, чуть больше, чуть меньше. Постоянно кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то возвращается. То есть у нас движуха внутри коллектива существует, но костяк, естественно, это есть. У этого человек, наверное, 4-5 человек. И вы таким составом успеваете еще ставить и благотворительные спектакли, делать благотворительные показы, правильно? На кого направлена эта благотворительность? С кем вы работаете? Мурина. В основном это детская аудитория. В основном это дети, да. Да, и какой репертуар для детей здесь? У нас для тех, кто... Вообще у нас семейные спектакли детские. Да, то есть они объединяете, в общем-то, и взрослых, и детей здесь. Да, потому что у нас есть чисто взрослые спектакли, это Достоевский, это, угу. Такие серьезные, Чехов. А есть семейные, которые интересны всем, от совсем взрослых людей до трехлетних. Это Андерсен, угу. «Чудесная история о старом фонаре». Это русская народная сказка «Василиса Прекрасная», неадаптированный вариант, то есть это совсем древний текст, совсем mm-hmm. древние песнопения обрядовые. Зрители не понимают, про что они, потому что язык древний, русский, они энергетически захватывают. Да. И третий спектакль, который выпущен не так давно, это «Возвращение короля» по английским легендам о короле Артуре. Слушайте, интересно, что вы же оба режиссера. И Ирина режиссер, имеет такую практику. А каково это на одной площадке находиться двум режиссерам? Не тесно? Мне сложно работать в спектакле, где ставит, допустим, Рина как режиссер. Оказывается. Рина как режиссер, я как артист, естественно, у меня сразу внутреннее несогласие. Конечно. Я с этим не согласен, я это сделаю по-другому. Я бы тоже была не согласна. Но к чести Рины и мое ей уважение, когда она актриса, она абсолютно свои режиссерские амбиции скрывает, так что их не видно. Рина, а вы чувствуете сопротивление во время работы, когда вы режиссируете? Конечно. Да? Как у вас? Не хочется взорваться? Так и происходит, но театр – это дело живое, и там, естественно, без этого никуда. Вы занимаетесь еще и с детьми, актерским мастерством, там своя студия, какие-то мастер-классы проводите для детей, там и жонглирование, и то ли ритмика, то ли танцы, что-то подобное, насколько я помню. И в то же время и для взрослых вы проводите подобные занятия, да? Угу. Вот какая здесь активность у людей? Как они, насколько те же взрослые, насколько им интересно ходить на актерское мастерство? Им это вообще нужно? Актерское мастерство для взрослых, как и для детей, сейчас пользуется большим спросом. Очень много театральных студий. Считается, что это освобождает человека в момент публичных выступлений. Mm-hmm. Сейчас очень важно преподносить себе, уметь представлять и в жизни, и в бизнесе, и везде. Поэтому... все считают, что... То есть ваши занятия способствуют этому раскрытию, конечно, способствуют, расслаблению? Но это как бы общее место, все театральные студии этим занимаются. И детей,
И взрослых учат тому, чтобы преподносить себя и чувствовать себя уверенно. Но я хочу сказать, что то, что у нас в студии взрослых, часто бывает так, что находятся такие люди, которые горят театром, живут театром, и помимо таланта в них есть вот эта вот жажда, чего не хватает даже профессиональным артистам. То есть очень часто у артиста глаза не горят, он просто делает свою работу, а в творчестве это невыносимо смотреть такого человека на сцене. Мы стараемся таких людей в нашем театре не видеть и не работать с ними. И бывают такие люди, которые приходят к нам заниматься, к нам в театральную студию, ну, они настолько этим горят и живут, что они потом переходят и играют в наших спектаклях с профессиональным коллективом наравне с профессиональными артистами. Что касается ваших театральных работ, мне известно, что их оценивал сам Анхель Гутьеррес. Вот какую правду вы от него услышали? Понравилась она вам или нет? Как? Ну, для нас это было, конечно. Ну, наверное, надо в двух словах сказать, кто такой Анхель Гутьеррес. Это легендарный испанский театральный режиссер, советский, в 70-е годы, который знал всех, которого все знали, который преподавал в ГИТИСе, работал режиссером в театре «Шалом». Роман. В любом случае, это, конечно, легендарный человек. Вот, какой мы с ним познакомились в Мелеховском фестивале в Мелехово. Мы там работали, и у нас с ним сложились очень теплые отношения именно благодаря тому, что у нас с ним совпадали взгляды на творчество. Творчество как просто норма жизни, и жизнь как творчество. И все эти ночи и дни разговоров с Анхелем об искусстве потом переросли в дружбу, и потом удалось так, что он приехал к нам в Москву, когда он приезжал в Россию, посмотрел, как раз мы ему показали наш вот этот, так как он очень любит русскую культуру, мы ему показали наш самый русский спектакль. Какой? «Василиса прекрасная». И что он сказал? Рина. Он очень был доволен тем, что мы работаем для детей и с таким материалом. И ему в двух словах, если то ему понравилось, единственное замечание, которое было нам сделано, и сделано справедливо, он очень хорошую фразу произнес, что нужны моменты тишины в спектакле, когда зритель может просто попасть в звездное небо. Потому что конечно, мы в силу того, что работаем с детьми, мы немножко все время пытаемся сжать темп, чтобы действие шло, действие, тем более сейчас все дети смотрят и мультики очень активные, да, такие с экшеном совсем. И вот он попросил, чтобы мы сделали эти моменты тишины, и мы их потом попытались сделать, и не уходит внимание зрителей, потому что как бы это как взлет такой, взлет, и раз. И невесомость. Друзья, спасибо большое. Рин, вам я говорю до свидания. Да, большое свидания. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами здесь вновь. А мы не прощаемся с вами. Мы прерываемся на небольшую паузу. И дальше, в следующей части нашей программы, у нас будет другой гость. Оставайтесь с нами. Продолжаем открытый диалог. И во время паузы к нам присоединилась еще одна участница театра «Ять». Это актриса Татьяна Курилович. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. И вы знаете, Татьяна, мне вдвойне вас приятно видеть, потому что, во-первых, вы наши гости, а во-вторых, вы стали работать профессиональной, можно сказать, актрисой, не получив изначально до этого актерскую профессию, да, и это не стало для вас какой-то одноразовой акцией, да, а это стало частью вашей жизни. Вы знаете, у меня тоже есть такая надежда, что может осуществиться и моя мечта, и я тоже стану актрисой, но это ладно, это попозже. А как стать актрисой во взрослом возрасте?
Вы знаете, скажу честно, что я с детства никогда не мечтала об этом. Вот не было у меня такой мечты, вот правда. Я училась музыке, и вот видеть себя музыкантом я еще как-то могла. Я там выступала, и все, вот это для меня было ближе. И, в общем-то, я как-то себя вот смотрела вот в этой, на этой стезе, да, вот на этой дороге. А с театром получилось, ну, случайно, как много бывает в нашей жизни. Я по профессии, мы с вами коллеги, я журналист. И когда я работала на телевидении первые там 7 лет после окончания университета, моя тоже коллега, наш музыкальный редактор, ее муж режиссер, профессиональный театральный режиссер. И он на тот момент ставил моноспектакль по пьесе Галича Кадиш на авторскую музыку, ну, такой очень глубокий и сильный спектакль. И в какой-то момент он понял, что, в общем-то, он не хочет, чтобы немножко это вышло за рамки моноспектакля, что ему, в общем-то, наверное, хотелось бы еще кого-то привлечь туда, каких-то актеров, в общем, ну, и мне предложили исполнить там песню. Он музыкальный, этот спектакль, там были какие-то моменты и стихи просто на музыке, были там и песни, прям такие номера музыкальные. И нужно было исполнить одну песню. Мне предложили, ну не хочешь ли ты попробовать? Я подходила по образу, по вокальным там, моментам, да, вот нужно было именно там сопрановая партия. Я говорю, ну, конечно, я давайте попробую. Я, конечно, никогда там на сцене вот так вот не была. На тот момент я играла в группе, то есть вот, поэтому я себя не видела в качестве актрисы. Это вообще было просто что-то запредельное. Я говорю, ну, я попробую, если получится, ну, давайте. Вот. Материал мне понравился, конечно, но он не мог мне понравиться, это все-таки это вечные темы, это война, это фашистская оккупация. Конечно, это тяжелый спектакль, ну, морально, конечно, тяжело, но мне материал понравился, и мы стали работать. Мы работали долго, конечно, потому что там у меня был еще партнер, он тоже непрофессиональный актер. Мы пока вот это все собирали, уже потом спектакль когда родился. И вот с ним мы как раз попали вот в то место, где сейчас существует Яти. Вот там мы и познакомились с ребятами. Вот тогда это было как раз товарищество. Я работала с одним режиссером, с его труппой, а ребята работали с другим, вот с другой труппой. Мы там познакомились. Театральное товарищество. Да, вот мы там познакомились. Да, я вот тогда еще ребят не знала, я только могла на них смотреть на сцене. Я помню прекрасно первый раз, когда я их увидела, я просто раскрыв рот и думаю, господи, когда же я так смогу? Но у меня даже не было в мыслях тогда, что мы когда-то будем работать вместе. Вот и просто не было вы, такого. Олег, помните знакомство с Татьяной? Ваше впечатление, которое вы помните о Татьяне? Вот такое одно из первых. Да, вот именно то, что я говорил в первой части программы, то, что я ценю в человеке, который приходит в театр больше всего, это жажда и любознательность всего, что касается театральной жизни и жизни на сцене. И в Татьяне это сразу было видно, ее вот это вот служение безграничное театру и по приношению себя в жертву спектаклю. Это очень ценно. И, конечно, вот то, что я говорил, я не мог ее упустить, такую чудесную актрису с таким отношением. И я ее взял в свою работу. Тогда это был спектакль по «Старосветским помещикам». Сначала Генри. Вы мне сначала сначала были тренировочные сценки, да. По рассказам о Генри, но потом серьезная работа. Это был мой преддипломник в Щукинском институте по старосветским помещикам спектакль, и она там сыграла роль коварной Евдохи. Такого вот демонический предвестник пролетариата, да, который придет и сметет весь этот старый уклад жизни гоголевской Руси. Очень мощный и жуткий, несмотря на то, что вы видите, какой образ Тани нежный и трепетный в жизни. Да. Это была демоническая женщина. Короче, вы решили стать ее наставником таким, вы же стали обучать. Ну, волей-неволей так получилось, да, так получилось. А вы верили в то, что все-таки толк будет? Или были сомнения, может быть, какие-то? Ну, вы тратили, по сути, свое время на человека, который, возможно, и в какой-то момент скажет, нет, это не мое. Об этом не думалось как-то, о том, что будет. Существовал процесс, и мы так как мы занимаемся вот сами по себе, ни от кого не зависим, мы получаем удовольствие еще очень большое от процесса. Может быть, даже больше, чем от результата. Потому что когда результат есть, уже спектакль сделан, мы быстрее
ныряем в новый процесс. И был процесс, да, вот создание из Татьяны, из того, чего она не умеет, в то, что виделось мне и предполагалось, что она сможет это сделать на сцене. Была необходимость, и в этом процессе мы существовали и не думали о том, что будет впереди. Татьяна, а во время вашего роста и продвижения вот к этой профессии, в процессе обучения, провальные моменты были? Ну, во-первых, я хочу сказать, что обучение у меня продолжается, потому что я не могу себя вот назвать прям вот так. Конечно, мне кажется, это такая, актеры всю жизнь учатся, тем более я вообще не имела вот такого прям базового. Да? Еще много конечно, чего нужно познать. Да, да, у меня очень много. Конечно, были, у меня есть моменты, которые, особенно они касаются каких-то там трюковых моментов, мне очень сложно эти вещи даются, потому что я... Ну, нужно что-то выучить, какие-то вещи, да, там, знаем, что будет трюковой номер. Я же выучу вот прямо сейчас, у меня нет базы, да. То, что касается музыкальных моментов, мне это проще гораздо, потому что у меня база. А вот здесь, то, что вот нет, вот на кончиках пальцев, это очень сложно. И мне вот эти вещи дают да, очень надо сказать, что у нас очень. Просто жанровые особенности, так сказать, нашего театра, независимо, это спектакли взрослые или детские. Это именно совмещение жанров. Мы стараемся использовать все доступные театральные жанры. Ну, в рамках той работы и той необходимости работы с материалом, который мы ведем. И поэтому у нас встречаются и трюковые номера, и вокальные, и танцы, и степ, и жонглирование. Да. А что пока не дается? А мне не дается контактное жонглирование. Это, знаете, стеклянные шары, шарики, вот это вот. Это ну, это вот просто, это какой-то магия и волшебство. Да, да, да. Да, это определенное, вот, нужно владеть этим инструментом, и, конечно, это нужно просто постоянно не выпускать его из рук. Но я, конечно, не имею такой возможности, мне это, ну, просто вот вообще. Надо сказать, что вот эти вот тяги к номерам у нас от театра «Мона» на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, где мы с Риной нам... И выпала такая честь работать пару лет, пока мы решили не пуститься в собственное самостоятельное плавание. Но вот эта любовь к физическому какому-то воплощению замыслов осталась. И надо сказать, что этот театр очень много дал, потому что там именно велась работа над артистом, независимо от спектаклей. Там проводились тренинги по актерскому мастерству, по жонглированию, по танцу регулярные. То есть там шла развитие, работа над развитием именно артиста, независимо от того, где он и как работает. Олег, а вообще вы как режиссер ревностно относитесь к своим актерам? Насколько легко отпускаете их? Вот вы уделили время Татьяне, да. Вы сейчас ее многому научите, а ей захочется большего. Я верна театру своему. Это ты сейчас так говоришь. Это ты сейчас так говоришь. Вот что говорит режиссер. А если Спилберг позвонит? А у тебя елки? Ой, не знаю. Ну, конечно, будет обидно, но я понимаю все. И потребность артиста в работе, в заработке... Ну, у нас человеческие отношения, поэтому мы можем разойтись, как-то остыть, соскучиться друг по другу. Такие у нас были истории неоднократные. Потом снова возвращаемся и делаем что-то новое. Но я отношусь к этому нормально, с пониманием. Я не Карабас-Барабас. Скажите, Олег, а вот с момента задумки вашего проекта до момента, когда вы смогли сказать, если вы вообще такое смогли себе сказать, свершилось, получилось... Сколько прошло? Или пока еще вы как-то пробуксовываете, может быть, разгоняетесь? Вы имеете в виду проект как театр? Как театр. Мы еще разгоняемся, конечно. Пока разгоняетесь. Конечно. Я не могу сказать, что мы достигли всего, что мы задумывали. А какие у вас амбиции? Конечно, нам хочется своего помещения, нам хочется... Поддержки, наверное, финансовые. Ну, поддержки хочется. Она не помешает. Конечно, да. Абсолютно, конечно. Да. Чего вам еще не хватает? Ну, все ограничивается, в конце концов, собственной активностью или жалению. Поэтому я бы сказал, что у нас все есть, и надо просто... поактивнее работать со зрителем, со службами городскими,
с фестивалями, отправлять заявки и так далее. То есть все зависит от нас, и потому что материал мы делаем. Вы же, в принципе, принимаете участие в фестивалях, правильно? Ну, вот могли бы принимать и чаще. Какая частота у вас? Вот ну, 2-3 в среднем. А фестивали, да? Да, в среднем, да, да. Ну, впрочем, работа могла бы вестись и поактивнее. Но так как людей, которые этим занимаются, немного, и приходится сосредотачиваться, ну, это я как себе, как отговорку говорю, когда приходится делать сам спектакль, то просто не остается времени на то, на развитие театра думать. Ну, надо его находить. В принципе, ничего нам не мешает. То есть я не жалуюсь, и планов предостаточно. Сколько у вас сегодня действующих спектаклей в вашем репертуаре? Наверное, около 8, может быть, так. Около 8? 8-9. Так, навскидку. Ну, еще параллельно предполагаемые проекты, над которыми ведется сейчас работа. Это какие проекты? Ну, мы задумываем спектакль 0+. Сейчас они очень популярны для детишек. Для совсем маленьких. Да, да. Потому что на детского зрителя нам выйти попроще. И потребности в детских спектаклях она больше. Я все-таки придерживаюсь того жанра театрального. Это как спектакль как миф, когда с помощью спектакля, прежде всего, я сам пытаюсь разобраться в устройстве мирового бытия, ответить на какие-то вечные вопросы. И пытаюсь это делать во всех спектаклях, независимо, детские это или взрослые. А сколько стоят билеты на ваши спектакли? Спектакли у нас совсем недорогие, от 500 рублей. 500 рублей? Действуют скидки и льготы. Да, у вас же есть скидки для определенных категорий граждан. Угу. Конечно, студенты, пенсионеры, многодетные. Ну, в общем, все как везде. Друзья, большое вам спасибо. Это был «Открытый диалог». Спасибо, что были с нами. Всего доброго.